Я не считаю. Два месяца не получавшие зарплату. Все люди несут. Ну, да, просто раньше чуть принесли, а пользуются. Так чувствую вообще. Просто люди несут, все, кормят. Но об этом не надо. Они кормят. Это просим верить людям, что за укропом зарплату дали. Да. Они сбрасываются, чтобы мы по ним не стреляли. Сейчас на базаре все завтра расстреляют. Покормили, только не стреляйте ночью. Ахи говорит, вот этих на конюшне, пожалуйста, блядь, утихомирь, блядь. Да, нахуй. Если сами просят. Не вот этих, а говорит, ты своих там на конюшне, ломани. Ломани. Просят, слово, сами. Первый, как у вас? У нас спокойно. Плюс. Здорово, спросите. Минометы начали ложиться рядом со вторым постом. Мы, чтобы отвлечь, два лога кинули. И начали бить по нам. Короче, они сначала автоматами начали ложить. Все живые? Да, все живые, все нормально. И ой, что ты переживаешь? Кто нас может помирить? Такие скотины, как они помирают. Три СПГ у нас кинули, и теперь вот только чтобы пришел. СПГ? Что-то они к нам прилетели. Ну, вот то так целятся у нас. Посмотри, ты что тебе делаешь? Я вообще с ними общаюсь, культурно отвечаю. Солнце светит. Я им всегда пишу вот так, понял? Потом мне пишут, я твою мать ебав. Я пишу, красава. Скидываю фотографии или кучу трупов, понял, трупов. И украинский флаг. Пишу, твое будущее. Больше не пишу. Ловайск и так далее. Куча украинской техники. И вот это вот, это лево Никона, типа, сепаратист. А я им говорил. Смотри, вчера, блядь, подрочили, пару вогов кинули, блядь, пару очередей. И все, замолкли, не стали. А сегодня, видишь, ни хрена. Морозимся, не отвечаем, все равно начали хуярить. Им обидно. Нормально. Им обидно. Да, то мы начинаем спевать. Они просто думают. Что-то замыслили. Прохавали, да? Думают. Что-то замыслили, пару богу. Что-то не то, ребята, давай. А они-то не знают, что мы сочинили. Да, как его зовут? Юрчик. Хозяин, это было спасибо. Оно почти целое. Только конюшни нет. Сгорело. Молодец, Юрчик. Хороший дом. Прочный дом. Да, да, да. Теоретически находил. А практически оно там осталось. На посту? Ага. К сожалению. Вот. Они только заступили. Обычно же к этому времени все стекает. Вот, а сейчас нет. Серьезно, я говорю.